Алексей Панин продолжает путешествовать по миру, при этом испытывая трудности с работой. Как ему удается вести такой образ жизни, порассуждали пользователи сети. Сам актер ранее рассказывал, что прибыл в Рим. По приезду он расположился не в отеле, а на крыльце чьего-то дома. По словам Панина, это был необычный опыт, который он хочет повторить. Подписчики считают, что знаменитость таким образом экономит на жилье. «Понимаю, что я сейчас многих бешу, потому что греюсь на солнышке. Валяюсь прямо на берегу моря», — заявил Алексей. Пользуясь случаем, Панин также напомнил, что в Валенсии он примет участие в одном мероприятии. Речь идет о мастер-классе по актерскому мастерству, где знаменитость выступит в роли ведущего.